Брестский местный фонд регионального развития вот уже не один год является своего рода катализатором интересных проектов и предложений. Очередное мероприятие учреждения – круглый стол «Гендерные аспекты женского предпринимательства» было внесено в республиканский календарь недель устойчивого развития. В рамках открытого диалога здесь встретились представители всех заинтересованных структур, чиновники, а также как начинающие, так и опытные предприниматели. Мы проводим мероприятие одно из 160 по всей республике в рамках недели устойчивого развития 2017. Это такая глобальная акция, которая проходит уже в четвертый раз в нашей стране. Наша организация тоже присоединилась, Брестский местный фонд регионального развития. И мы включены в календарь. 4 недели устойчивого развития в нашей стране посвящены целям ООН. Их на самом деле 17. Ну, в рамках нашего мероприятия «Круглый стол» на тему «Гендерные аспекты женского предпринимательства» он преследует цели гендерного равенства и достойная оплата и экономический рост. В рамках «Круглого стола» его участники, а точнее участницы, рассмотрели 2 из 17 принципов устойчивого развития любого государства. Это гендерное равенство, а также достойная работа и экономический рост. Сегодня все больше женщин становятся участниками бизнес-среды. Как правило, проекты, которые они продвигают, носят социальный характер. По официальным данным, это около 60% от общего количества инициатив. Сегодня в структуре вертикали власти рассматривается вопрос о появлении новой графы деятельности – социальное предпринимательство. Работа над этим направлением сегодня в активной фазе. В республике ведется уже работа в этом направлении, причем такая межведомственная, межсекторная работа. Та проблема решается, о которой мы уже много говорили, что для хорошего и результата надо всем вместе работать над этой проблемой. И на сегодняшний день при научно-исследовательском институте Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь создана рабочая группа по разработке, по исследованию о необходимости принятия на законодательном уровне законопроекта, либо, может быть, правового закрепления понятий «социальный предприниматель», «социальное предприятие» и «социальное предпринимательство». Законодательные аспекты женского и социального предпринимательства, гендерный подход и гендерная чувствительность в управлении организацией, презентации кейса от предпринимателей из города Бреста. Все это вместил в себя один день форума. Как показывает практика, подобные мероприятия становятся хорошей мотивацией для тех, кто только начинает свое дело, и площадкой обмена предложениями для более опытных бизнес-вумен.